Всем привет, дорогие мои подписчики, дорогие зрители. Сегодня с вами Бухгалтер, и сегодня мы поговорим о таком интересном канале на YouTube, как «Вечное лето вокруг света». Просили меня, значит, провести обзор на данный канал. Итак, мы узнаем, значит, сколько данный канал зарабатывает на YouTube за месяц, а также узнаем, сколько вообще заработал за все время существования на YouTube данный канал. На данном канале 248 тысяч подписчиков. Последний ролик был загружен 4 дня назад. 26 тысяч просмотров ролик набрал. Индия Гоа. Света Амазонка. Также вот еще. Ролик загружен был неделю назад на канал. Набрал он 32 тысячи просмотров. Индия 2020 год. Рынок Гоа. Все за копейки. Также вот еще. Индия. День с нами. Пробуем тали. Еда в Индии. Это страшно есть. 45 тысяч просмотров ролик набрал. Неделю назад был загружен на канал. Топ-5 пляжей Гоа. Море в Индии, Гоа, где лучше отдыхать. 3-4 тысячи просмотров ролик набрал. 2 недели назад был загружен на канал. То есть, какой вывод можем сделать? Что данный автор канала выкладывает на свой YouTube канал один ролик в неделю. Ну вот тут получается... А, нет. Извиняюсь, даже 3 ролика получается за неделю. Вот 2 недели назад получается раз. Два ролика было выложено в неделю. Тут... 3 недели назад вот 3 ролика было выложено, 4 недели назад был один ролик всего лишь выложен на канал. То есть за месяц 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 роликов за месяц выходит на канале. Хорошо. Давайте, значит, посмотрим самые популярные ролики и узнаем, сколько они вообще набрали просмотров, какие ролики стали популярными на данном канале. Так. Вот, турецкий завтрак, кем работают русские. 972 тысячи просмотров ролик набрал, год назад был загружен на канал. Как живут русские в Турции. Потом вот также вот Турция, квартира у моря. Как купить квартиру в Турции у моря. Цены также вот вам здесь покажут. 961 тысяча просмотров ролик набрал, год назад был загружен на канал. Ешь сколько хочешь, безлимитный ресторан. 692 тысячи просмотров ролик набрал, 3 года назад был загружен на канал. То есть популярных роликов достаточно много на данном канале. Вот, кому интересно, можете зайти и посмотреть все сами. Так, давайте, значит, поднимемся выше и посмотрим теперь старые ролики. Когда же были загружены, когда же первый ролик загрузил автор канала на свой YouTube канал «Вечное лето вокруг света», первый ролик. Итак, подготовка к переезду в Таиланд, час первая. 34 тысячи просмотров ролик набрал, 5 лет назад был загружен на канал. То есть первый ролик был загружен на канал 5 лет назад. Хорошо. Итак, значит, давайте теперь перейдем к статистике о канале. И посмотрим. Канал был создан, значит, 20 сентября 2014 года. На данном канале уже 55 миллионов 782 886 просмотров. Вот описание. Мы снимаем видео про Таиланд, Турцию, Кипр и многие другие страны. Нас зовут Александр и Светлана. Мы снимаем видео о жизни в теплых странах, рассказываем о местных достопримечательностях, ценах на рынках, в какие магазины сходить, на какие экскурсии съездить. И, конечно же, пробуем местную кухню. Присоединяйтесь к нашей дружной компании. Наши зрители – добрые, искренние люди, которые любят природу, путешествия и хотят испытывать максимум чувств и позитивных эмоций. Давайте путешествовать вместе. Вечное лето вас ждет. Вот такое описание, значит. Интересно. Хорошо, давайте теперь перейдем к статистике и разберем уже поподробнее данный канал. Итак. «Вечное лето вокруг света», загрузок, 826 видео загружено на канал, подписчиков 248 тысяч, просмотров видео 55 миллионов 786 329. Данный канал зарегистрирован в России, тип канала «Путешествовать». Пользователь создан 20.09.2014 года. То есть статистика YouTube нам также гласит, что канал был создан 20 сентября 2014 года. Все верно. Так, общая оценка «Б». Подписчиков за последние 30 дней на канал подписалось 6 тысяч человек, на 14,5% хуже, чем позапрошлый месяц. Позапрошлом месяце по подпискам было лучше на данном канале. Итак, по просмотрам. Видео просмотра за последние 30 дней на канале было 1 342 тысячи просмотров, на 20% хуже, чем позапрошлый месяц. Позапрошлом месяце было лучше, где-то около 1 600 000, вот так. Но не суть. Хорошо. Расчетный ежемесячный доход данного канала составляет от 335 долларов до 5400 долларов в месяц. Но сразу вам скажу, что YouTube 5400 долларов не платит данному каналу. Начальный заработок данного канала составляет от 335 долларов и более. То есть 335 долларов давайте переведем в рубли, умножим на 63, получим 21 105 рублей. Это начальный заработок данного канала. Ниже вот этой шкалы
ниже вот этой суммы данный канал не зарабатывает, только более. И скажу вам сразу, что данный канал за последний месяц заработал больше, чем вот эта цифра. Мы к этой цифре с вами позже вернемся. Давайте пока посмотрим подробную статистику данного канала. То есть узнаем, сколько вообще за сутки набирает данный канал просмотров на своем YouTube-канале, а также подписчиков. Итак, сейчас мы это все переведем на английскую версию. Так попроще. Блин, извиняюсь, вот бывает такое вот, подлагивает чуть-чуть. Но не суть. Значит, так, смотрите. 29.01.2020 года подписалось 1000 человек. 3.02 1000 человек. 8.02 1000 человек. Но здесь, видите, статистика Social Blade не зафиксировала посуточные ежедневные подписки на данном канале. Итак, вот 14.02 1000 человек. Вообще за сутки подписываются от 200 человек. Так, по просмотрам. 58 тысяч просмотров за сутки, 60 тысяч просмотров за сутки, 49 тысяч просмотров за сутки, 53 тысячи просмотров за сутки, 55 тысяч просмотров за сутки, 46 тысяч просмотров за сутки, 58 тысяч просмотров за сутки, 51 тысяча просмотров за сутки и так далее. То есть от 44 тысяч просмотров за сутки данный канал набирает на YouTube. Хорошо. Давайте, значит, теперь перейдем и посмотрим вообще прогноз на будущее данного канала. Что ожидает в будущем? Какие изменения произойдут через один год, а также через 5 лет на данном канале? Так, сейчас это все вот так сделаем. Итак, 25.02.2021 года, то есть через полноценных 12 месяцев, через полноценный год на данном канале будет 355 471 подписчик. Сейчас 248 тысяч. А также 85 621 356 просмотров. Сейчас 55 миллионов. Вот такие цифры ожидают в будущем канал через один год изменения. А через 5 лет на данном канале будет 1 789 751 подписчик и 498 879 939 просмотров. Вот такая статистика будет в будущем у данного канала, дорогие подписчики, дорогие зрители. Хорошо, давайте теперь перейдем и посмотрим вообще в лайве, что по подписчикам происходит на данном канале. Вечное лето вокруг света. Как я вам ранее сказал, на данном канале 248 тысяч подписчиков. Статистика обновляется здесь ежесекундно. Здесь можете смотреть статистику как по подписке на данный канал, а также по отписке с данного канала. Кому интересно, дорогие подписчики, дорогие зрители, можете зайти, помониторить. Все происходит в реальное время. Вот наша шкала обновляется ежесекундно. То есть подписался человек, у вас сразу покажет подписку. Отписался с данного канала, также покажет подписку. Хорошо. Давайте вернемся и перейдем теперь на другой сайт. И посмотрим и узнаем вообще, сколько за все время заработал канал на YouTube «Вечное лето вокруг света». За все время существования. Сколько зарабатывает «Вечное лето вокруг света» на YouTube на сегодня? 25 февраля 2020 года канал «Вечное лето вокруг света» заработал 3 347 221 рубль. Вот так копеечка бежит у данного канала. Вот тут обсуждение обычно пишут, но на данный канал обсуждение, ничего, никаких комментариев, ничего не написано. Можете зайти, написать комментарий какой-нибудь мотивирующий для данного канала. Вот. Оставить свое мнение. Так. Хорошо, значит, давайте пониже спустимся теперь и посмотрим дальше. «Вечное лето вокруг света» зарабатывает на YouTube 1687 рублей в день или 50613 рублей в месяц. Подсчет дохода ведется с даты создания канала 20.09.2017 года. Вот смотрите, то есть статистика сайта нам говорит о том, что данный канал зарабатывает от 50613 рублей в месяц, а статистика YouTube... Статистику Social Blade нам говорит о том, что начальный заработок данного канала составляет от 335 долларов в месяц. Мы посчитали и перевели в рубли 335 долларов в месяц. Это у нас получается 21 105 рублей. Но на самом деле канал заработал за последний месяц больше, чем вот эта цифра, которую я вам сейчас показал. Смотрите, значит, нам надо... На данном канале было 1 342 тысячи просмотров. То есть 335 долларов нам надо умножить на 2 и получим 670 долларов заработал данный канал за последний месяц на YouTube. Даже можем округлить 700 долларов. Вот такие цифры. Умножим это на 63, получим 44 100 рублей заработал данный канал за последний месяц на YouTube. А также мы узнали и вывод какой можем сделать, что за все время данный канал заработал 3 347 222 рубля.
Вот такие цифры, дорогие подписчики, дорогие зрители. Ну что я вам еще хочу сказать? Всем огромное вам спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!